Работа над каркасом практически закончена. Это будет стол под раковину в подарок моей подруге на день рождения. Конечно, моя сварка, мое качество сварки оставляет желать лучшего, и некоторые швы получились совсем не идеальными. Но так как это будет стиль лофт, стол в стиле лофт, я хочу оставить натуральный цвет металла, поэтому я немножко его еще зачищу и затем покрою лаком. Затем я приступлю к деревянной составляющей стола. Это будет дуб. Тут будет столешница, полка, и также я изготовлю два ящика выдвижных. И все это отвезу моей подруге в подарок. Я продолжаю работу над деревянной составляющей стола под раковину. Это дубовый щит. Я купила в компании Boomans. Обычно я всегда закупаюсь на их питерском складе, потому что у меня в городе практически не продают ничего, кроме сосны. Поэтому я беру прицеп и еду на их склад выбирать красивые разные доски из разных пород дерева. Я выбрала для этого проекта дубовый щит сорта C. Не только потому, что он дешевле, но еще потому, что меня совсем не смущают сучки в древесине, а даже к стилю лофта, я считаю, они отлично подходят. Но так как я хочу придать ровность поверхности, я заделаю все неровности в виде сучков эпоксидкой. Потом все шлифую и покрою маслом. Должно получиться очень красиво.
Итак, стол под раковину готов, погружен в прицеп. И сейчас он поедет в Ленинградскую область, чтобы там я его вручила своей подруге.